Как 3 дня выходных провели? Ну нормально, что, восстановились, все, все травмы подлечили, ребята. Мы немножко не играющий состав потренировались. Пришли после выходных. Чего ждете от серии с ЦСКА? Ну будет борьба. Будет на самом деле война, все-таки это и дерби, и как бы ребята многие друг друга знают, поэтому будет серьезная серия. Поэтому все настраиваются, я уверен, что будет война. Говорят, что ЦСКА это Радулов, прежде всего. Ну это явный лидер их, поэтому все говорят. Но здесь все-таки все равно, я думаю, в таких матчах плей-офф как бы играют команды и выигрывает команда. Поэтому, конечно, это большой плюс для ЦСКА, что Радулов играет успешно у них, и он большой козырь в большинстве у них, поэтому как бы, да, Радулов это, я бы сказал, что, наверное, полкоманды их. Игроки Льва говорили четко, что если бы они закрыли Радулова, то они победили бы ЦСКА. Можно так говорить или... Ну, параллельно шла серия наша, поэтому как бы, я так особо за ним не наблюдал, но судя по тому, что все-таки накал был, и ЦСКовские домашние матчи, где они там в овертайме 2 игры выиграли, да? Поэтому как бы забили Лев, могли бы и выиграть они. Поэтому как бы я думаю, там Радулов сильный. Они там все в большинстве практически забили, поэтому и, соответственно, Радулов практически во всех шайбах поучаствовал. Помимо «Динамо», за какими-то другими командами следите? В общем-то, да, конечно, следишь там, за всеми командами слежу. Ну вот Анжи имеет шанс? Да, я слежу Европы. За всеми командами. Мне Анжи... интересно, как и другие играют. Анжи в Кубке Европы, Европы имеет шанс? Вот если следите за всеми Анжи? Командами. Да. За всеми хоккейными командами. Вопрос об аренах. На ЦСКА не так часто аншлаг в этом сезоне вообще. Был ли он? Как вы считаете, на матчах против «Динамо» будет ли аншлаг? Я думаю, конечно. Конечно. И динамовские болельщики, и ЦСКовские болельщики. И, в общем, народ, который любит хоккей, придут. Я уверен, что будет аншлаг и в Лужниках, и в ЦСКА. Какие-то секреты приготовили для соперника? Ну, это же секреты, вы сами говорите. Как же я сейчас? Приготовим. Время есть.